сегодня два. Спасибо, во-первых, за ваш прием. Это ужасно приятно. Ужасно и приятно. Одновременно. Спасибо. У нас сегодня два прекрасных повода еще поаплодировать и порадоваться, потому что буквально позавчера у Марии Георгиан был день рождения, с чем мы ее поздравляем. Желаем много счастья, любви и успехов на сцене. А вот сегодня у нас в роли Пилар впервые в Москве вышла на сцену Галина Шиманская, да еще и в свой день рождения! Много-много любви, счастья, здоровья и только успехов!